Чек, будете делать пол с эпигом или не будете? А у нас Энджи похлопает эпиг, лучше уже сейчас сопруты у всех, наверное, покончались. Энджи похлопает просто. Лучше пусть Энджи похлопает. Я тоже воздержусь, как все, так это, как решить. Ну там только один человек был против, большинство было согласно. Энджи в танк. Вставалка есть у кого-то? Резайте, блядь, резайте, сейчас целый еще. Сейчас убьем робота, вы чё, блядь? Гоните, что ли? А Боливана в рейд нет? Можете, кстати, да, Боливана взять, например. Вместо кого-нибудь. Пускай Пегастри на в ретрике надо будет. Взять просто побольше. И Пегастри в ретрике прям крайне мало выйдут. Да похуй. Лучше Боливана с напулом. Лучше, да, Рогу взять. Я не знаю, типа. Одна сальва у нас будет, это очень хуёво. Типа одна сальва, да, отклад и все. Пускай он в танке хлопает сфера. Если нужен Рога, сделайте какую-нибудь замену. По ДПСу посмотрите, кто меньше там. Нет кодника. ДПС какой там последней позиции? Три совы. Три совы? Прям одинаково? Ну, у всех по 14 с хвостиком. Они АПК просто стоят, они огромные. Ага. Тут надо просто на пула больше, и тогда у рейда будет больше ДПСа. Гастри в дисе. А, вы не пробовали в три танка, то есть два танка по танке, а третий танк, допустим, то есть держится в агро в третье, второе место. А мы сейчас как делаем, блять? То есть и все равно получается, да? Оставьте, не знаю, там либо впереди. Можно там. Пегастри, ты тут? Поставил джипсы, если кому-то надо. Гастри, ты тут? Блэд, киллер, ты во фросте. Ставьте шкафчик. Нет, я спросил, Блэд, киллер, ты во фросте? Пегастри тут не был ни разу. Скажите ему, как сферы хлопать. Все, я уехал. У меня вопрос, зачем нам брать танка, который никогда не был на сферах, если можно в танка спекнуть Энджи, если он все равно, они стоят в сове и стопают ДПС. И взять дополнительно по решалу, чтобы он кидал инора на хилов, если они так, по-моему, не садятся. А по решалу где? Я его не вижу. Его вообще нет. Седьмая группа. Нофнутый. Ты в Дисе, Пегастри? В ретрика прыгай. Да не даст он ДПС, он лучше сядет, возьмите. Да мне поебать. Или без танка. Спекайся, Энджи. Лучше один на ползе, чем с вами на леса. Слышишь, мой? Так, Блэккиллер, вага хлопал цветами, да? Энджи теперь хлопает ромбик, а Блэккиллер также центральный. Этот кружок, видишь метку 3D?
киллер, ты тут? Ну вот, с Энджи. Энджи, ты видел, кого он хлопал? Вот хлопай теперь. Робик хлопаешь вот справа. Одновременно не старайтесь бахать. Присуманьте символ на... Ну, на это, ну, на сальву. Дайте ж... Да, поставь портал параду двора. Тык. Фига, ты здесь? С тебя каски. Ой, за время. И бью, я... Да меня тоже сумму. Все, сумму, он пришел, сейчас куплю. И еще, блядь, было бы идеально, если бы вы взрывали сферы так, чтобы не совпадало со взрывом вот этого червейского знака. Это им надо фрейм рейда. Любого человека, типа, нужно это. Типа в таргет фокус взять и смотреть по нему, ну, тайминг стак. Пришел с умом. Да, да, я тут. Подходите сюда ближе. Эй, блэккиллер. Все готовы. Давай там отчет у кого ассист. Войт, пуляй первый. На перезарядке моя финальная, ну, это, прожимка будет сальва по мне. Ладно, один, два, три. Так ты бей, набивай сразу 304. И анонс, кто вы на пулю. На монород получил. И Пегас 3 тоже сопрот. Сейчас на подзарядке берсу включай. Вы на пульте, Кават. Персой набил норм. Уходи, монород. База. Иди.
даешь? Да, да. Забрал. Следующая лодка. И ревностно не сработал мне. Еще два стака придержусь. Капля. Скажешь. Локи, если можете, стойте на ранже трейда, чтобы на вас минус не раскидывался. Вот как Сантей один стоит, попробуйте так же встать. Зачем? Чтобы вы урон не получали лишний. Следующий у нас минус хил. На Эликс тоже можешь. Гимнами на хп по команду, но все получше. На второй фазе. Я не в их пати, сами смотрю. Три, видишь? Фаза. Иди. С... Снижение агро, кидай коварку на рот. И каплю по нему кинул. Отдал. Так. Следующая лоя. Ребята, соберитесь. Что вы разошли? Хиривайтесь хорошенько на хуй. Тут Пикастри, длайн спасения есть? Бэрте. Муса, поднимай, кого-то. Подняли. Ага, все. Бабка у меня. На войду пуль. Есть капля через 200. Пока не надо. Сальва 10 секунд. Фанта. Сальва на снижение огро дашь. Скажешь. Фанта. Давай еще. Еще не отгадать свой 10 секунд. Два. На монорота пульте. Один стак еще выдержу. Все, забрал. А я вандал палю. Сколько секунд? 15. Пулим на ловочке. Поджог. Босса. Сейчас на кого на лое? Да-да, на лое. А народ-то на фул хп. Капля отдал подкастами. Так, алой забрал.
следующий бой на войдер. И кончат на Эликс. Рейндж 5. Сальву по алоэ приготовьте. Давайте сразу. Это я еще жил. Дайте пристабав каску, пожалуйста. Кому? Разбойник. Рогом. Водики. Как ты дал? Блять, сильно хильте на фул. Капли нет. Япончика, Гро. Он сейчас сорвет. Монорота, пульта, япончик просто выйди недалеко от рейд. Сдох. Эликс. Камень встал. На алоэ пульт. Есть, свалило. Лапка обновить. Я вообще уже не бью. Пульти на алоэ. Вот, посмотри по стакам, чтоб каплю дать. Капля через 4. Алоэ забрал. Сейчас никого. На кого-то. На Эликс 96%. Япончик, выйди из рейда, сорвешь, положишь нахер все. Давайте Геру как можно больше ДПС дайте. Там сейчас ШП сорву. ШП с рейда вышли, не беспокойтесь. Мне нужны сейвы, я бы вас так. Под следующий отдам тебе. Все, я, у меня нет сейв. По алоэ зубы, да? Я каплю даю. Еще сейв. Монорот забрал, захильте его. Монорота 6 стаков, нафига он забирает. Они куда деваются? Знаешь, формат БР. Пульте, пульте на кого-то. Пульте на кого-то, сейчас он будет. Захильте со стороны. Монорот и сильно хильте. Котенок выйдет с рейда. Ален, выйдет. Далеко не убегай, рейндж просто 5. Монорот упал. Так, пускай сейчас он умрет. Сейчас Ковацку разберу. Только не стойте. Вот. Сейчас он тоже умрет. Сейчас Ковац уберет. Мелик сейчас умрет. Гера откатилась. Давайте еще. Кого-то сильно пить. 60 секунд. Геру. У меня КД. Че, Гера будет, нет? Да не будет. Прошлый раз сказали нажать Геру, ее нажали. А то, что КД сказали, не сказали. Ват, держи! Нелик, дай тучку пока вату. Все. Ну, сука.
забрал, заебись. Замажет некому, чувак. 2 хила, 4 дб. 15 лямов. Почти как в РБК. Так чё, может мы на пол возьмем или чё? Так не пойдет дело. Блять, не на пол ценный, а сальва, которая игру снижает. На пол ценный войн. За место паладин, которым мало ДПС. Блять, паладин сальву дает, без паладина мы вообще обстоятельно сосёмся. У нас топают, ДДшеры стопают, как ты не поймешь, мы в ДПС убираем. Да, понимаете, они стопают, да, но вы потом сальву забиваете агро. И в итоге то, что, блядь, там было, оно сбивается опять до этих ДД. Они просто стоят и как бы не бьют вообще. Бро, я когда в совет тоже был, я на второй фазе практически АФК стоял. Потому что я, ну, даю там одну, типа, одно затмение я побью, все, я потом стою и просто АФКшу по 30 секунд. А чё Айзек ушел? Он до этого писал то, что он последний. Ты писал, что ему уйти надо будет. Ну, блять, мы без этого роги. Он топ ДПС, у него топ на пул, значит. Бульван пускай, вот как раз. Бульван так пускай. Так нам еще на пул нужен, а не Айзека менять. Ну так тут пойдем. Он Мозер. Мозер тут. Не вижу его. Можешь уже на завтра тогда перенесем. Нам по-любому на полную. Мне кажется, Мозер да. Варенье один сидит. Вот, блядь, пускай заходит на бабло. Будет еще один на пол вам от компа. Можно было, что ли? Ну да, можно было. Зайдите, скажите ему. Сможет он там зайти? Там канал заполнен. Может. Только с одним, конечно. Сейчас перетащу. Все, сейчас Мозер на ханта зайдет. Вместо кого? Не знаю. Вместо Эпигастры. А почему вместо Эпигастры? Вместо Фристана, например. Так здесь важнее на пул, зачем сальву, как не пойму. Ну, можно оставить и сальву, и взять еще и на сальва пул. Практически сразу скидывает. Пока там они на пулю. Смотрите, у нас есть чарш варовский и есть сальва. Чарш варовский, блядь, 10% скидывает. КД 30 секунд. Достаточно. Так этого достаточно, там все время 100%, и вот эти 10% отнимаешь, сразу все нормально. У меня было 9, там, лямов. Мне потом дали сальву. А в себя я тоже буду давать, да, этот рывок? Сам в себя разбавлюсь и дам. А по тебе я сальву дам. Даже если он будет кидать не по танкам, он будет кидать по ДД. Кто типа, будет которые вот в топе совы сидят, например, но они не могут бить. ШП тоже не могут бить. Типа, которые талант на агро не качают, да? Типа таких. У Япончик, у тебя нормальные таланты? Что? У тебя таланты есть на понижение агро? Конечно, есть. Но все равно он вырывается. Дроиды я бы не убирал, потому что проблемы с маной. На им ману, не хватает. На ману гимнов 3 штуки. Ну им не хватает, сам... видишь, я не знаю, они плачут, то, что им не хватает маны. Шамановских тотемов 3 штуки. Ну, слушай, ну я тебе еще раз скажу, им не хватает. Ебать.
между убирайте Пегастрия, портуйся, ставьте портал. Шкаф ставьте. Давай, СНТ, шкаф. У ШП оба в топе. Ни у одного талант не вкачан. Чего рассказывать? Блять, тыкать будем, не? Шторма ресайте. Все, тут фул баф даем. У япончика спрашивают, типа, у тебя нормальный талант отвечает, да? Чтобы маны больше резалось, блядь, ставится тотем у трех шаманов с тремя пристами под этот, да, под гин. На 20% маны больше будет. Лайфхак такой. Каждый шаман может присту написать. Ты понимаешь, что там гин даже пол кастани проходит? Все это сбивает. Блять, лучше с 20% или лучше без 20% маны, как ты думаешь? Видно, с 20 лучше будет резать. Вот за все время мы, по-моему, ни разу не сорвали. Шторм. Наш танк просто упал. Все, потом какая разница, нас пошел. Хоста забавляйте дома, как ты не понимаешь. Вы стоите, я стою по большей части АФКшу, если у меня нахера. Если у меня уход тень появилась, я прошамаю. А мог бить, понимаешь? Что лучше, стоять бить или стоять АФК? Я не стою АФК, у меня доты висят, да просто. Хватит, надо пулять уже, Жунен, ты тут? Сантей еще не хватает. Сантей, каску Сантею. Теперь только не хуярю, выпить и все. Неликс в твоих рядах пополнения. Поверьте, сейчас сопрут у него время было. Кричит стана. Лака не будет, один паладин. Так, что ты говоришь, начинать, да? Не, давай я, по старинке, как по обычно. Старинке. Отчет, пожалуйста. Раз, два, три, поехали. Поехали, говорю. Ну, не так быстро, я не раз, успел прожать. Раз, два, три. Блять, еще раз. 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 Нет. Два, три. Нормально, спорим. Там отчет был. А, у меня нету просто билета. А, не, отчет кто-то дал. На лой, блядь. Вау. Ты встать можешь? Да. Могу. Ну, сразу. Зачем? Перезарядка 3. Не вставай. Заберите. Одна тычка сорвал. Вставай. Энджи, подними на Эликса. Короче, на пулку.
Не вставай. Что? На кого напал? Мой народ. Секунд сколько у тебя? Сколько секунд, Калаш? Алло, сколько? Алло, 15. 20. Таковато тебе. Паза. Иди. Не срывай пока, подожди. Бей, мой народ, бей, чуть-чуть бей. Бей, 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 чуть-чуть, мой народ. Жрал. Следующий алоэ. Себя как-то не подохну лучше. И скидывал кадра. Так я еще живу. Алло, я готов. Сейчас на кого? Следующий момент. Вон, видишь, одна тычка, и я второй. Шикарно. Одна тычка всего. Покатли тычку. Фазу сносит. Фаза. Фаза. Но народ дал капли бить. Кого там на пульте далеко. Одна тычка. Смотри, стаков 5 не дай. Тут урон это пониже. А, значит, сальва есть? Да. По мне давай сразу. Вас так еще. Вас так еще прижал. А дал, сальва уже. Наплывы сильно на кого-то. Еще один пережил. Следующая алоэ. Алоэ. Убежали. Еще 6 переживу. Алоэ. Смотри, много грани генерирует там. Блин, не могу. Сильно кого-то хитрит. Даже прожаться не дать. Монрот, давай набирай. На Монрота. Сибирса есть, вот этот призывер. После этого будет фаза. Перезарядки сколько? Вторая будет? Это последняя перезарядка. Фаза. Иди, иди на фазу.
сейчас хуёво. Захиливать ему народа сильно сейчас. Народ, дай хилам догнать. Поджог, товарищ. Я его сейчас не заберу. Но... Я так сдал. Вмешательство сделай. Забрал. Сука. Сейчас кто? Не уроните. Следующий. Прям сильно сейчас танков хилите, очень сильно. Скажешь, когда сальва есть. Вы без меня? Да, машковат чуть-чуть. Как без тебя? Дисконнект. Кто сейчас? Следующий, алоэ. Смотри, много. Я тебя рядом, коват. Чуть-чуть еще. Еще 80. Нет. Еще 400 как пережил. Побей, коват. Чуть-чуть. Все хорош. Три атака. Ой, сильно дай хага агро. На монорота сейчас будем. Сильно все на монорота. Он заберет. Это 12 секунд. Хорошо. На кого-то пульте теперь. Кават. Если ты чувствуешь, что ты живешь, ты дамаж увеличивает чуть-чуть. Рискован. Но если танк идет тебе на пятки. Забрал. Сколько алоэ? 10 секунд. Давай я следующий на прожимке откатил. Будет следующий на войне. Давай. Отдам наш чуть-чуть, коват. Чуть-чуть. У меня ж чуть-чуть слаб. Это очень много. Давай, под наполом не замер. Как откатишься, скажете, дура. Кого-то сильный. Был киллер умер. Кто там бежит? Монорот. Беги резко. Все, стопай. Добро. Отходи. Блять. Получилось. Чего вы начинаете? Монорота пульт. Иннер Тирса. Там блок еще раз умер. Понятно. Женой нарезай Войда. Живу еще два. Три стака. Еще два, да? Стою за хитом. Фэн же умер. У нас некому сферы лопать. Войд, беги ты. Кружок или рост? Последний живу. Под следующую каплю дам. Фен же тоже сдох, если чё. Геру. Сейчас я тут лоб. Дохиливайтесь, центральная осталась. Бейте и напуливайте, тут уже не поменяться. Ну, монород второй.
Я пошел бахать сферы. Справа. Иди с той стороны, ерунда. А, блокиллер жива. Все, помогаю. Подход идти. Бейте, да. Подход идти, Войду. Я центральную бахаю. Сферы и на Кирсу, и Шторму. Вы сейчас без хила останетесь. Лопаю. Гимны на ману гоните, пока летит сфера, еще не прилетела. Секунда, иду хлопаю. Я бахну, не иди. Подход идти. Сколько монорота? Иди налево. Сорвать одну сферу, если что. Все, сфер нет. Еще два стака выживут 100%. Кирс совсем сухой. Потом монород забирай. Ну, монород первый. Сдохнут, так он будет. Возложение там дашь на Кирса. Мана хоть будет. Хлопнули две, одна летит. У Кирса 20, нормально. Я бахну центрально. 3 секунды. О, все, ноль. У Кирса 0 маны. 3 секунды, подожди. Все, идем. Клык прожал. Все, уже хуяйте изо всех сил. Блять. Два ляма. Добивайте. Уже плохо на сферу. Тебе дал каплю. О, сорвали. Я тебе врывок дал. Все, заебись, лям добивайте. Нихуя тебе, как это так? Тяжкий такой босс, пиздец просто. Противный вообще, блядь. Противный, говно ебаное. Как ты же говорил, изи хил. Да, интерес. Да хилить-то изи, блядь. Да, да, да. Ух. А вот вы полинкуйте там восстановленная мана. От чего вы ману-то ресаете вообще? Может, шмот надо? От щита, от тотема. Мне интересно, почему удар-то 70% маны, а у Кирса со штормом по нулям был? Они в Т5 и без Т5. У них Т5 мана быстро ходит, но они сильнее хилят. Там лужа. Заливают нора так активно, что ли? У них лужа 4000 маны забирает, каждая. У меня этого нет. 2500 лужа забирает, каждая. А, уже 500. Кроме печенюху. Но все равно 2500 это очень много. Что это выпало вообще? Плюс поддерживание стаков, плюс отхил по раю. Ой, тебе не нужна? Нет. Ой. Нормальным пацанам выступаю. Голову можешь без аддона заролить, я забыл. Ну да, он правильно Кирс пишет. Каждые 5 секунд 2500 мы кидаем. Вот и считай, сколько маны уходит. Хорошо, да. О. Прикольная голова такая, смешная. Ты же на мейн, да, вы ролишь? Да. Кто кольцо выиграл? Эл брел. Надо, не надо. О, кого? А, ну ты там сейчас не выиграл. Да это... ДДшно. Этот на мейн ролит Алоэ. Посмотри, там ПР егошний. На мейн что он ролит? Вот эту башку парашу, вот эту вот голову ебану. Она никому не нужна, кроме него. На дис дайте тогда за ноль. Алло, я тебе на мейн? Я на транс. Красивая ногти. Да, да, на мейн. Офиг, собирай. Сколько там ЕП дается? 600. Кова, ты же завтра тоже будешь, девка тоже, да? Сколько ЕП дает? 600. Слышно? Я буду. 600, слышно, нет? А, все. А Гевка тоже, да? Ставлю порт. Ну, там завтра, если что, потравим хорошенько соляру. Так что приходите все. Че, соляра завтра? О, у меня дело.